Я всех приветствую, дорогие друзья, мы с вами как всегда на MyCSGO. Залетаем и открываем новые кейсики в зимнем пропуске и не только. Но если ты хочешь пополнить баланс с приятным бонусом, нажимаем плюсик. У нас появляется вот такое вот окошечко в правом верхнем углу, когда плюсик нажимаете. Промокод DENERS мы с вами вводим и получаем 35% депозита. Например, 1000 рублей вводите, получаете плюс 350 рублей на халяву. 5000 рублей вводите, плюс 1750 рублей на халяву. Ну, а если десяточку закиньте, плюс 3500 на халяву. Это же приятный бонус, который вы можете получить просто на халяву. Напоминаю тебе, MyCSGO, как всегда, ссылки закреплены в комментарии, промокод DENERS. Ну что, не будем ждать как без видео. Погнали смотреть, приятного просмотра. Ну что, друзья, мы с вами залетаем на MyCSGO. И сегодня мы с вами посмотрим какие-нибудь новые кейсики, если они вообще на сайте. И попробуем какой-нибудь выбить топовый скинчанский. Ну что, давайте самого сверху начнем. Так, а будем листать и смотреть. В ограниченной серии, да, есть АМ Катавица 2024. 222 рубля, кстати, стоит. Кубок АМ Катавица 2024. Контртеррорист. Кстати, два контртеррориста, почему террориста нету, не знаю. А, так, что у нас здесь по дропу? А, трое перчаток, трое ножей, калаши, эмки, юспы, как все топы. Кстати, прикольные скинчанские и, я бы сказал, красивые. Окей, давайте переходим дальше на главную и смотрим, что дальше у нас есть. Так, а дальше листаем. Здесь ничего нету. А в майнинг-кейсе моих любимых тоже ничего. Кейсы блогер, новый блогер появился какой-нибудь, либо нет? Пока что не вижу, да, нету. Бонусных кейсов такие же самые остались. Наши сборки тоже, алын кейсы тоже. Ну и обычные кейсы, понятно, что пока что нового кейса нету. Кстати, смотрите, у меня есть 56 бонусов, как эти бонусы можно накопить, сейчас я вам расскажу. А, мы с вами видим кейсы, да, видите, здесь нету кнопок бонуса, а вот здесь есть плюс бонус. И когда вы его открываете, постепенно с каждого открытия у вас капают бонусы, это очень круто. Ну что, предыдущие ролики, надеюсь, смотрели вы, что ими получается выбивать, и попробуем сегодня также. Давайте сразу протестируем вот этот кейс. Все знаете то, что я люблю открывать по 10 кейсов, либо по 5. Поэтому сегодня начнем с десяточки, сразу же открываем медленно. И надеюсь, то, что постоянные зрители помнят то, что я, когда открываю по 10 кейсов, у меня всегда дропается именно fast кнопка, бац, я дропаю фастом. И после чего, ну, лучше он у меня получается выбить какой-то годный дроп. Так, на 1600 это было открытие, сейчас на 2500 быстрым открытием. Давай еще раз попробуем, не можно ли отсюда перчатки, ножик выбить. Сейчас тоже чуть покрутим, пока что не в минус, все хорошо, все круто. Еще код красный падает, тоже 2500, кстати, прикольный кейсик. Есть хорошие, красивые скины. Так, 1900, окей. Так, здесь у нас тоже пока 2700, кстати, упало. Не, хороший дроп. Вот 1500 упало. Но это небольшой минус. Даже в совокупности больше все равно упало. Давайте пока что пооткрываем новый кейс и попробуем что-нибудь отсюда выбить. Такого путного, чтобы я забрал бы. Кстати, сейчас был хороший минус. 970 рублей всего лишь дало. Ну ничего, нормально. Главное, чтобы кто-то отсюда не урвал хороший сейчас дроп до моего. Давайте, короче, смотрите, откроем три раза и пойдем на другой. Все равно, что там падает. Давайте, первое открытие на 3800. Второе открытие. Так, это у нас не очень, скорее всего, открытие будет. Ну, хотя 1800 нормально. И вот третье открытие откроем. 1700. Ладно, давай еще последнее и уходим. Все, вот последнее. Точно. Ну, точнее, не последняя, а крайна. 2200. Окей. Кто-то перчатки, кстати, выбил. С какого кейса? О, ничего себе. Сколько эти перчатки стоят? Давайте вниз пролистаем. Так, он выбил с кейса революции, верно же? Ух, за 30-ку нурвал. Дай-ка 10-ку хочу тоже открыть быстро. Уф! Он их, походу, продал. И они же мне прямо сейчас дропнулись. Вы это видели? Я по-любому их оставляю. Вот это да, вот это я вовремя увидел. Магические перчатки, королевский змей. Офигенные перчи. Просто офигенные. 30 тысяч. Охренеть. Я их по-любому оставляю, чуваки. Ну,
Я не знаю, как это у нас получилось. Слушай, давай какие-нибудь другие такие сейчас тоже пооткрываем здесь. Давай recall кейс, давай тоже fast там откроем, может будет что-то дропаться прям годного. Но все равно смотрите, сейчас вам расскажу. То, что здесь вот эти вот кейсы, да, ну вот стандартные кейсы, да, которые есть и в CS, да. У нас всеми самый любимый Counter-Strike 2, уже не Counter-Strike Global Offensive, как бы вы знаете. Здесь намного выгоднее и дешевле открывать, почему? Обычный кейс сейчас стоит, ну сколько хороший кейс стоит, рублей 60? Реально, 40-30, ну как бы. И плюс сам ключ стоит 200, сколько там, 220 вроде бы рублей, 218. То есть плюсуйте там, ну грубо говоря, 300 рублей каждое открытие кейса. А здесь по 95, 123. То есть смотри какой кейс. То есть смотрите, гидра тоже и в КСке он дорогой кейс. Но здесь он по-любому дешевле стоит. То есть, блин, это очень круто. То есть вот вы экономите сколько-либо. И тут по-любому дроп. Ну смотрите, давайте посмотрим Dream, да. Вот 190 рублей, да, он стоит. То есть если мы открывали бы в КСке, он стоил бы, ну, больше 300 рублей. Давайте вот откроем медленно, что у нас падает. Давайте вот раз 5 откроем, например, да. Один раз медленно и потом быстро откроем. Ну плод воображения, да. Я думаю, в КСке также примерно упал бы, да. Хотя 105 рублей. 105 рублей, заметили, да. Давайте дальше. В КСке постоянно что-то дропается такое. 287 рублей упало. Ну это дешево, да, будет? Да, 7 рублей. Вот такое дропается в КСке постоянно. То есть здесь есть больше шанс что-то хорошее выбить хотя бы за 100 рублей. И так далее. Вот, пожелание на ночь. На, держи коллаз за 660 рублей. Ну круто же. Я считаю, что круто. То есть поэтому я вам советую пооткрывать именно здесь. И это очень круто, что... Есть такая возможность на MyCSGO подкрывать кейсы по такой цене. Ну, это кайф. И за такие же самые цены вы выбиваете дроп, вы еще выводите в Steam. И в Steam еще дороже стоит. Этот коллаж бы стоил бы в Steam рублей 800, либо 900. Ну, я считаю, что это круто. Давай откроем, смотрите. Кейс Гидра, офигенный кейс. Тут старые скины, и они стоят хороших денег. Даже вот какой-то такой вот Metal Flower 281 рубль. Давайте 5 раз откроем, у меня есть... На это денежка попробуем что-то выбить отсюда. И посмотрим, насколько выбить. 5700 я выбил. Открытие стоит 5900. Ну, небольшой плюс ушли. Но все равно вы сами видели, что как вы в КСке сможете выбить в ноль. Ну как, в ноль прям. Ну, я думаю, что это нереально. Даже если минус, то прям в большой будешь минус открывать. Ну, 5000. Ну, я считаю, что это круто. Так, давай какой-нибудь еще кейсик пооткрываем, может какую-нибудь прикольную ган выбьем. Вот, смотрите, eSports 2014, офигенный дорогой кейсик, где просто крутые скинчанские лежат, которые старые, и многие за ними охотятся, ищут по хорошему флоту и так далее. Дождь из пуль, кстати, упал за 1300, хорошая тоже пушка. Давай еще раз можем открыть с вами. Ягуарчика 2 упала, вот 7700, 7700 упало. Посмотрите, друзья. Давайте как сделаем. Я сейчас это продаю. У меня на балике остается 9100. Я этот балик оставлю. И просто благодаря вот этому кейсу, вот эти перчатки у нас просто уходят в инвентарь. Вот такое вот, ребята, у нас открытие с вами получилось. Выбили водительские перчатки королевские змеи за 30-ку. Я думаю, это очень круто. Еще на балике 9100 осталось. Это очень круто. Напоминаю тебе, как всегда, все ссылки будут в закрепленном комментарии. И промокод DENERS не забывай вводить и поддерживать меня. Для вас я дальше буду записывать приятное видео. Ну что, до следующих видосов. Пока-пока.